Всем привет, дорогие друзья! Поздравляю с прошедшим праздником, также хочу поздравить с наступающим праздником и желаю всего самого наилучшего и, как говорится, с Днем Победы. Итак, такой рассмотрим вариант, как техподдержка AliExpress. В техподдержку AliExpress, естественно, обращаются с какой-то проблемой или бедой, которая случилась с вами. И как оно и получается, человек в панике начинает искать, уже придумывает, что техподдержки нету, то, что там не отвечают, там отвечают годами и все такое. На самом деле это немножко не так, и даже не немножко, а совсем не так. Так что вы просто не паникуйте, что самое первое вам надо сделать, и просто перейдите на сайт alipros.com, там в правом блоке, в третьем, сейчас я покажу, где это находится, есть кнопка такая онлайн-чат, там все доступно и визуально вы сразу это все дело увидите. Вы просто туда нажимаете, и дальше вы перейдете в онлайн режим техподдержки. Вы будете просто общаться в онлайн-чате. Естественно, вначале вы будете общаться с умным ботом, который настроен очень даже хорошо. Вы даже, может, и не поймете, что это бот. Вы будете думать, что это человек. Он будет вам отвечать на все стандартные вопросы и будет отвечать доступно и, я бы сказал, даже достойно. Но когда вы зададите нестандартный вопрос и тем самым поставите бота в тупик, он сразу передаст ваше дело живому человеку с техподдержки, который вам сразу ответит, сразу поможет. Это все будет занимать, эта переписка, где-то 30 секунд, минуту, но сколько вы хотите, оно столько и будет занимать. Так что не надо бояться, случилась проблема. Конечно, естественно, если случилась проблема именно с тобой, как говорится, ты сразу в панике, сразу же не знаешь, что делать и куда податься. Не паникуй. Просто сейчас я покажу, как это дело делается. Смотрите, вы просто в поисковик yandex.ru напишите alipros.com. Это alipros.com. Заходим. Дальше мы видим здесь блок «Помощь», «Помощь на русском языке», «Официальная служба поддержки AliExpress». Просто нажимаем «Онлайн-чат». И как мы видим, мы уже находимся на сайте AliExpress. Сейчас нам надо только вот выбрать, задать вопрос виртуальному помощнику или перейти в онлайн-чат. Мы, естественно, переходим в онлайн-чат. Вот он, онлайн-чат, такой маленький, где устанавливается, видите, сразу нам бот отвечает. В общем-то, мы можем ему сразу задать вопрос, он будет нам отвечать. И опять-таки замечу, если он войдет в тупик, и вы зададите нестандартный вопрос, и у вас нестандартная ситуация, то он сразу же переключит вас на живого оператора, который вам объяснит, что же делать. Он перейдет на вашу страницу, на ваш спор, и все посмотрит, и доступно скажет, например: у вас видео не то, извините, переснимите еще раз, вот так вот или вот так вот. И я также не раз уже говорил, в основном при спорах на AliExpress техподдержка всегда на вашей стороне, я еще раз подчеркну, на вашей, не на продавца. Продавец — это второстепенное лицо, которое, имея хороший пакет доказательств, тогда только выиграет спор. Но, как говорится, если AliExpress заметит то, что вы что-то там придумываете, он сразу вас заблокирует. Посещайте почаще сайт alipros.com, там много всего интересного. Там просто так вот зашел, пропал и узнал для себя очень много всего. В общем-то, вот так оно все и происходит. Так что не бойтесь писать техподдержку. Техподдержка — это, например, это ваш близкий друг, я бы еще сказал. В общем-то и все, техподдержка, мы разобрались. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я сразу отвечу. Или это глобальный, если вопрос, я запилю новое видео, и там уже я расскажу о вашей проблеме и доступно покажу, что самое важное — показать визуально. И как у нас уже принято, я показываю, сколько у меня отлаживается средства на кэшбэк-сервис Letyshops. Покупая на AliExpress, мне возвращается процент, в среднем там выходит 7,5, там постоянно праздники, конкурсы. Блин, недавно чуть-чуть не хватило, я чуть ноутбук Apple не выиграл. В общем-то, вот такое вот, сейчас я покажу. Как я и показывал в предыдущем ролике, я больше не выводил, у меня также вывел 2000, 3,5, мне кажется, я на новенький iPhone тем самым, вот этим самым я и заработаю. Я сейчас могу вывести почти 2500 рублей, вот так процентик к процентнику, рубль к рублику, и как-то получается хорошая сумма, что на самом деле я могу накопить сейчас вот на айфончик хорошенький, а может потом уже и на MacBook.
Ну, глядишь, ссылку на Letyshops я тоже поставлю в описании. Переходите по ней, регистрируйтесь и через Letyshops уже покупайте на AliExpress или тысячу, там еще тысячу онлайн-магазинов, Big Geek. Ой, чего там только нету. В любом магазине, в общем-то, можете купить через Letyshops, и вам вернется процент. Естественно, каждый магазин новый и везде свои проценты. В каком-то даже магазине я видел 600 рублей просто обратно скидывают, чтобы ты не купил. Но там цены тоже от 2,5, там вся одежда брендовая. Но тебе 600 рублей постоянно обратно кидают. В общем-то, раньше я не знал, не понимал, думал, это развод, обман. Ну вот, как и говорил, я попробую и буду показывать каждый день. Честно, сам удивился, но удивление после первого снятия денег прошло. Сейчас это как просто поступает пенсия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще много интересных видео ждет нас впереди.